Cela c'était Буду пить. Не знаю, говно, наверное. Такая хорошая, а? НАНИ?! Уо! Я исаган дамжа ханана. Нитак идёт. Мы вообще гуляли все ночью. Но Игорь вдруг... Привет! Меня зовут Пина. Я в Питере бурге живу. Питере бурге. 안녕하세요. 저는 김민나입니다. 5년째 페테르부르크에 살고 있고요. 오늘 러시아 비디오를 보면서 저의 기분을 보여드리겠습니다. 야 우제지부 삐아치리엣 부 삐째를 부르게 야 똘까지와 삐아치리엣 이야 라보다요 현대 노 IT 신기 프로그라미스톰 라보다요 야 르블루 삐트 야 르블루 굴레아지 야 르블루 클럽하지 이 그쵸 이사 야, 빠두르가 이거랑 뭐 이제 빼치리에 빠치티 두르질리 너 똘까 아징고도 빠치티 굴레알리 빠두르시도 무인이 딱 이따기 쥬옷 What do you mean? 그다 뭐 똘까시도 굴레알리 뭐 이거 쉐 굴레알리 쉐 노치요 너 이걸 부드룩 Японию в ИХА, и потом мы не так встретились. И когда пандемия начала, и он приехал еще ну, обратно в Питер, и мы начали гулять опять. Хорошо, буду пить. Игорь пригласил меня и так покажет какое-то видео. И потом я не знаю, может быть интересно или нет, грустно или не знаю, говно, наверное. Это слишком откровенно. Но я смотрю, потом скажу, как мне нравится или нет. Давай. Она милая, ну знаешь, она милая, но там вообще музыку такая хорошая, а? Сегодня можно. Вау. Чунгл бевуне. Чунгл тай сунаба. НАНИ?! Ух, я исаган дамжа ханана. Куда гаден госи? Ча, 나는 이게 약간 좋은 게 퀄리티가 엄청 좋아. 뭔가 CG 이게 되게 옛날 노래 같은데 CG를 했는데 좀 잘했어 러시아 거 같지가 않아 미안합니다 아 여자가 총을 잘 쏘나 보다 뭐야 남자친구랑 같이 군대 간 거야? 아니구나. 어, 뭐야? 남자가 죽은 건가?
어떻게 된 거지? 완전 퀄리티가 엄청 좋은데? 여자가 총을 진짜 잘 쏘나봐. 그래서 군대 갔나보다. 어떡해. 아, 혼자 아니고 다른 여자들도 있네. 우와, 우와, 여자가 죽은 거야? 뭐야? 약간 그런 것 같아. 마지막에 죽기 전에 자기가 가장 행복했던 시간을 지금 약간 기억하고 있는 것 같아. 슬퍼. 프라즈 на японском языке этого выпуска. Кимио маморитай. Я хочу тебя защитить. Кимио маморитай. 나는 이게 좀 약간 퀄리티가 엄청 높다고 생각합니다. 아, 너무 좋네. 무슨 뭐 CG를 했는데 약간 좀 영화처럼 3분이 모든 내용이 좀 다 들어 있고 완전 좋은 뮤직비디오네. 5년 동안 살았는데 한 번도 못 봤는데 짱. 그리고 내가 이 부분이 되게 좋은 느낌은 여자가 주인공이야. 전쟁 영화인데 여자가 주인공이야. 그래서 뭐라 해야 되지? 좀 다른 느낌? 항상 전쟁 영화는 남자가 주인공이고 남자 위주로 진행이 되는데 이 뮤직비디오에는 배경은 전쟁. 그런데 주인공은 여자. 그 안에 또 사랑이 있어. 3박자 다 고르 갖췄네. 아, 완전 짱. 추천합니다. Я рекомендую. Если ты хочешь начать говорить на японском языке, познакомиться с милой японкой или японцем, а далее отправиться жить в Японию, то я тебе легко с этим помогу. Просто переходи по ссылке в описании под видео. Помогу подписчику. И начинай. Мне очень понравилось это видео, потому что это quality good. 이 악조로 그 이 오친 누 딱 오친 사베토요. 이 потом я с Игором мы следующий видео смотрим. 이 потом там встретимся. Но ещё я с подругой начали какой-то стрит-фуд делать. Ребята, если вы находитесь в Питере или вы собираетесь посетить Питер, то вы можете встретиться с Битной, придя в ее заведение, которое находится на Лиговском проспекте, лофт-проект «Этажи». Заведение называется «Палли», находится на третьем этаже. Все меню Битна составляла сама. Поэтому приходите к ней в гости и угощайтесь ее корейской уличной едой. Встретимся там. Пока. Внизу ссылка и Инстаграм. Клик-клик. Спасибо всем, посмотрели это видео. Подписывайте. Subscribe, please. Пока! Теперь выпуски на канале будут выходить каждый четверг и воскресенье в 15:00 по Москве. Подписывайтесь на канал. В этом видео мы с вами разберем разницу в менталитете кореянок и русских девушек. В чем же между ними разница? Всем девушкам я задавал одни и те же вопросы. Их всего два.
Первый вопрос звучит так. Как вы думаете, мужчина обязан платить на первом свидании за девушку или нет? Ну и второй вопрос. А вы готовы заплатить за парня на первом свидании, если вам он очень сильно понравился? Хочу вас предупредить, ребята, от ответов некоторых девиц у вас будут просто взрываться, гореть пуканы, как горели мои пуканы. Бля, что за хуйня сказал?